making beats for the streets and ladies screaming in that yeah, oh baby, hit 'em. Я хочу свои интервью. Давай, Маша, тебе. Да, с болельщиками всегда классные эмоции. Ты видишь людей, которые за тебя поддерживали весь сезон. И здесь есть возможность им сделать приятно и порадовать и детишек, и взрослых. Поэтому классные эмоции. Че, вот видишь, молодое поколение тоже учится. Такая же работа будет у него, возможно, потом. Ну что тебе говорят болельщики? Наверняка так же живут твой, ну, конечно, благодаря за сезон, говорят какие-то теплые слова, что-то такое, ну, приятное, поэтому, да, классные эмоции, обмен всегда такими позитивными, как бы, настроениями, он всегда помогает и, как это, заряжает на новый сезон, скажем так. Я уже взял его много. Где? Вот. А нам-то еще везде же надо. Мам. А, что? Еще вот здесь. Так, одна буква была. Как вы думаете, кто сегодня самый популярный на автографе? На автографе? Для меня Паша Махановский. Это мой любимчик в команде. Они рядышком сидят, да, Ева? Ева, как думаешь, кто сегодня самый популярный на автографе? Воробушек? Поскольку 14.00, мы с вами уже будем начинать большой, красивый товарищеский хоккей. Поэтому ждем вас трибуна. Как считаешь, у кого больше всех автографов сегодня соберут? У Володи Саханского. Почему? Он популярный здесь. Но после меня. Почему? Шучу. Да ладно, шутит он. Вот на стол вот сюда такой. Вова. Сегодня вот Ваня Ежов предположил, что сегодня ты будешь самым популярный игрок на автограф-сессии. А ты как считаешь? По-любому. Я считаю, вся команда сегодня популярна. Но всех же берут автограф. Все, хорошо. Достойный ответ. Владик. Просто смотри, популярность. Владик. У него почти не осталось. У меня еще много. А сегодня больше всего девочек кому подошли? Ко мне. Ваня, а расскажи самый необычный предмет, на который тебя просили оставить автограф. Ну, на выезде сейчас спросили, ну, на шлеме расписаться. Такого, конечно, ни разу не видел. Я прежде чем расписаться спросил, ну, точно расписывался о нем, когда... И на телефоне еще. А что тебя смутило? Ну, не знаю, но уже в нем играть потом будет, как бы, ну, все равно. Какой с твоим автографом играть? Со многими автографами, так с моим. Уважаемые болельщики, те, кто нам только что подошел на автограф-сессию, и те, кто сегодня начинает свой путь внимания на спикистов, обратите, пожалуйста, дорогие друзья, опять же, внимание, на то, что начинает видеть, что вы можете не занимать должность в полосе встречного движения, то есть справа от вас, повышаете ее слева, в ваш путь, и тогда все автографы от всех регистов, это в этом месте, опять же, ставки, В поездке на руке мы расписывались, кстати, сейчас вот где-то в Нягане, по-моему. А Влад Кара на Алму расписался одному парню, но там был приличный отморозок, красавец. Надеюсь, что он не сотрется никогда у него. Приличный отморозок, красавец, это хорошо. Ну, как бы да, по-хорошему. Самое главное, чтобы он не стерся никогда. Чтобы он в ЗАГС не пошел? Да.
и стартовую пятерку и вратарь. Вратарь команды Владимир. Нападающий Павел Махановский, номер 11. Давай, давай, пошли, хоть отбить у тебя. Погоди, давай. Да, уже их одного. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey. Как считаете, сегодня судейство не подведет? Ну как они могут подвести? Детишки наши должны очень прилично судить. Будем надеяться. Не как Дреев в последнюю игру, да? Угу. Будем надеяться на хорошее. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Камеру пошли. Ваня, как тебе с папой играть? Понравилось? Да. Ты же первый обрасывали у тебя много тренеров. И как кто вас научил? Тренер или папа? Ты же гол сейчас забил. Вот сейчас делаешь, гол забил. Молодец. Опять. Ваня, да, конечно. Вон она сбывается прямо сейчас на глазах. Волнительно. Волнуюсь за него. Не до хоккея пока. Да, Иван Иванович забил гол в матче. А, это подрастающее поколение Лекомцев. Это круто. Но мы проигрываем, у нас еще 12 минут. Сейчас будем исправлять позицию. Нам надо переламывать счет. Сейчас послушаем, что скажет тренерский штаб. И будем переламывать. Кстати, у вас сегодня в тренерах женщина. Впервые, наверное, такое в истории. Что-то бывает под руководством тренера женщины. Но на самом деле Регина, получку, извините, не знаю, так пока никто не видит. Интересная женщина, боевая, кто-то подкрикивает, где-то подсказывает. А, сейчас послушаем, какую установку она нам даст. И я говорю, повторюсь, нам надо исправлять позицию, 1-0 проигрываем. Отлично, срабатываемся, потихоньку налаживаем контакт, все хорошо, отличное настроение. Что они в данный момент
видел, как они настроены на игру. Сергей Павлович уже объяснил, как нужно себя вести тренеру на скамейке. Что делать там, какие-то, может, обряды есть? Нет. Секретов ничего не выдавал? Нет. Он сказал свои придумать. Ну что, а ребята тебя слушают, ты даешь им установку? Да, сказала ребятам, что надо пробивать трехкратного чемпиона. Они сказали, что сделают, сейчас посмотрим, и следующий выход будет. Ты построже с ним, построже прям. Конечно. Великолепное настроение, прекрасный день, всех с праздником! Каково вам сегодня под руководством тренера Вадима Сергеевича и Вадима? Мечты сбываются! Мечты сбываются, Гоня! Ася, ну счет равный! Как идет игра, как эмоции прямо сейчас по ходу матча? Эмоции положительные, яркие, добрые. Игра такая впечатляет, очень даже интересно. Все возраста, от маленьких до больших. Вадим Сергеевич уже поделился, как нужно вот тренеру себя вести, что говорить, что делать. Он мне сказал, что хочешь, то и говори. Отличная установка. Не очень. Это не мой бизнес. Тренеры часто бывают знающие. Как? Тренеры часто знающие, знаешь. Произошло пару конфликтов. Они были... Они получили кулит в виде нарушения правил. Потом пройдем беседу обязательно еще. Это вопрос. Мне очень нравится. Непривычно смотреть его, конечно, с трибуны и косяком, но мне нравится. Здесь на массовом катании. Что скажешь ты? Какие у тебя эмоции?
Эмоции классные, приятно, да, медали, кубок. Классно, обидно, потому что не удалось повороться в финале. Ну ладно, ничего страшного, все впереди. Карьера длинная. Ну, к тебе много болельщиков подходят на фотосессиях, на автограф-сессиях. Что они тебе говорят? Подбадривают? Как-то ничего, нет, поздравляем вас, молодцы, всю команду поздравляют. Просто так получилось, что ко мне подходит. Может, случайность. Спасибо. Матчи, за исключением я, наверное, один или два пропустил, а так мы постоянно здесь, постоянно поддерживали, как видишь, что называется. Вообще сезон хороший довольно-таки, где-то были напряженные игры, где-то немножко полегче, но всегда интересно. К сожалению, не получалось выезжать с командой, потому как, ну, работа такая, так скажем, а вообще домашние игры очень порадовали. Нельзя выделить одного игрока. Когда приходили к игрокам, что говорили? Надеюсь, что в следующем сезоне увидимся. Желаю здоровья и без травм, конечно же. Но я детей отправил. У нас еще один здесь где-то катается. Дети пообщались с игроками на автограф-сессии. А я немножечко в сторонке подождал с коньками, так скажем. Маленький презентик, цветочки для тебя, красавица. Спасибо.